нет. Почему? Не вижу это целесообразным. Именно для себя. Но я оцениваю свою жизнь как минимум не в денежном эквиваленте. Я в армии был, служил. Я свой долг отдал. Если призовут, пойдем. Пока не призывают, сидим на жопе смирно. Не слышал. Зарплата 300 тысяч рублей. Пошли бы? Нет. Почему? Ни в коем случае. Моя жизнь дороже, я здесь больше заработаю. Я ни в политике, ни в военной тематике, нет. Я больше в бизнесе. Помочь чем-то там народу, что-то дать, продукт хороший, вот, ну вот в этом плане. Нет. А почему? Ну, потому что это риск своей жизни. А мне как же отечество? Я не патриот этой страны вообще. Действительно? Да. Как так? Ну, вот так. Я и служил, и все, я не патриот. Сложилось так, вот такое мировоззрение у меня. Пошли бы, если бы была такая возможность. Так она есть, пожалуйста, записывайтесь в батальон и идите. Учеба, как бы бросить учебу, думаете, ради этого всего, работу? Она того стоит. Я не знаю, это ваше право. Нет, мы поддерживаем все, что происходит сейчас там. Но мне кажется, пока что нужды нет в этом. Мне кажется, наши ребята спокойно справляются со всеми поставленными задачами. Скорее всего, нет, наверное, потому что семья по этому поводу не пошел. А в другом случае пошел бы. Не деньги решают нашей жизни все. А что? Патриотизм. Ну, ради патриотизма тогда бесплатно, может быть? Пошел бы, скорее всего. А если пришлось вот реально стрелять в людей, это как? Попробовать-то можно, в принципе. Ну, если бы Родина, как говорится, зовет, то значит надо. Ну все, у меня. Спасибо. Я спешу. Спасибо. Ну, по состоянию физического здоровья, нет, я бы, наверное, не пошел. Идти надо тогда, когда есть физическое здоровье, там, цель. Это касаемо тех людей, в первую очередь, которые действительно что-то понимают, толк в военном деле. Я, например, вот хоть и служил 2 года, но я служил писарем при штабе, поэтому из меня какой там толк-то? Ну, лично мое отношение также по мобилизации. Я в военкомате был, отметился на учет, встал. Все мне приписано, написали, когда надо. Ну, то есть мобилизация без проблем. А так за 300 тысяч у меня как бы, ну, семья тут и все. Так, ну, так нет, за 300 тысяч не готов. Да я и так зарабатываю. 300 тысяч мне хватает для жизни. То есть не пошли бы? Нет. Нет. Почему? Жизнь дороже. Нет, вы что, я за мир во всем мире.